Всем привет, меня зовут Влад4, Глент. Это вообще-то мой канал. Давай, приветствуйся. Всем привет, меня зовут Глент, и вы на моем канале. Сегодня со мной А4. Ну что, ребята, понимаете, что сегодня будет? Сегодня Влад будет лазить по моему телефону. Глент посмотрел, что в моем телефоне, что у Кобякова, что у Сереги. Ну кто-то же должен посмотреть, что у Глента в мобиле. Это буду я. Я уже, ребята, составил карту, куда я буду залазить. Посмотрим, сколько у тебя денежек на счету. Посмотрим, что у тебя в заметках. Заметки. Я не чистил. В Телеграме полазим у тебя. Посмотрим, как у тебя подписаны люди. Ну все, все, хватит, хватит. Ну, в общем, есть у меня еще идейки. Но сперва, ребята, нужно поговорить серьезно. Смотри, что хочу сказать. Респект тебе за этот год. Ты набрал 6 миллионов подписчиков. Мы сняли огромное количество роликов на канал А4. И вот смотрите. Например, в декабре мы на канал А4 сняли 25 роликов. И Глент участвовал в каждом из них. А это где-то по 10 часов в день на съемку. И он еще должен был как-то снимать на свой канал. Вы представляете, как хорошо Глент поработал в этом году. А тот, кто хорошо работает, и тот, кто хорошо себя ведет, должен получать подарочки. Ну и, конечно же, лучший подарок для блогера – ваша подписка. Да, ребята, это лучший подарок, который вы можете сделать Гленту. Так, давай-ка парольчик. Сколько без подписки? Я говорю. 53%? Половина зрителей этого ролика не подписаны. Ребята, прямо сейчас спускайтесь под ролик. Нажимайте на красненькую кнопочку. Сделайте подарок Гленту на Новый год. Если будет много подписок, это будет наш с вами подарок на Новый год Гленту. Так, короче, начинаем лазить по телефону. Ну и первым делом, конечно же, фото. Есть такая офигенная рубрика «Три случайных фотографии». Только три. Ну, понимаете, всю галерею, ну, вот в трусах этих ковыряться, ну, не очень. А вот три фотки, как бы, законом этой рубрики можно. Погнали. Так, первое, бам, в начале самом. У нас это лысый Сергей. Фух. А, тут как бы что-то странное. Посмотри, Серега, а что вот это вот сзади? Это НЛО какое-то. Ну, это типа не шутка. Вот, смотрите. Вот, все на ваших экранах. Это фото Сергея. Мы снимали ролик, как мы на картонном корабле летали в космос. Понимаете, космос, НЛО. И здесь на фотках какой-то неопознанный летающий объект. Это никто не прифотошопил. Ну, можно даже, я так понимаю, влево. А, нет, он уже пролетел. Нету, нету, смотри. Да, он пролетел как будто. Без комментариев. Если кто-то шарит в паранормальности, проконсультируйте нас в комментарии. Не, на самом деле, на других фотках этого нету. Вторая. Оп. Так, что это? Видео, видео, джекпот! Выглядим сегодня, едем на массаж. Вика. Ты конч... Джекпот! Так, когда девчонки не в настроении, это очень тяжело. Хороший ролик, хороший ролик. И третья. Парам-пам. Ну, тоже неплохая фотка, если ты нам расскажешь, что это за фотка. Это моя мечта. Ребят, мы наткнулись на мечту Глента. Глент каждый раз, когда видит эту тачку, постоянно ее фоткает, рассказывает, как он ее хочет. Что-то у тебя классные фотки, поэтому, Глент, как тебе насчет сделать сделку с подписчиками? За миллион лайков ты нам даешь добро на четвертую фотку. Ого. Подожди, я сейчас добавлю ценности. Ребята, у Глента 1500 фоток. Чтобы вы понимали, он по-любому их чистит. То есть там только отборные. За миллион лайков? Миллион лайков, и ты нам даешь добро на четвертую фотку. Ладно, давай. Миллион, ребята, миллион лайков. Давайте, ребят, пока вы ставите лайк, я кручу, мотаю подальше, подальше, в самое начало. И... Ой-ой, ой-ой. Чего? Я не знаю, что тут комментировать, как бы все вы видите, это искусство, наверное, какое-то творчество. Я ничего объяснять не буду, это случайность. Все, закрываем фото, отстрелялись. 4 фотографии и все хорошие, даже видео попалось. Так, что у меня дальше было по плану? Пароли каких-то банков. А, кстати, а про банк рассказать ты хотел? Точно. Ребят, перед тем, как мы продолжим, хочется кое-что вам рассказать. Этот год был непростой для нас всех, и в преддверии Нового года хочется подарить чувство праздника абсолютно всем. С этой благой целью был сделан новый клип певицы Ёлки о проекте «Мир без слез» банка ВТБ. Он называется «Все произойдет», и это точно лучший новогодний клип ever. Если вы не знали, «Мир без слез» — это проект банка ВТБ, благодаря которому помощь получили уже сотни детских больниц по всей России. В этом году банк ВТБ рассказал об этом в формате клипа, и вот вам небольшой кусочек. Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год. Все произойдет, все произойдет.
переходи по ссылке в описании и делись добром. Давайте посмотрим, какие у Глента запросы на YouTube. Первый, Бустер реагирует на клип Крида. Это оператор сидел с моего компьютера, реально это не я. Подтверждаешь? А, понятно. Глент, кто из вас смотрит Глента? Я. О, давайте еще признаемся, все смотрим Глента? Все смотрят Глента. Юли, как записать экран через NVIDIA? Блин, стримить собрался? Ну, я хотел постримить на 6 миллионов, но так быстро стукнуло, что я даже не успел подготовиться. А, тем более компьютер новый появился. Да. За 5000 баксов, вот картиночка этого ролика, ребята. Заходим, смотрим. Понятно, ну как-то скучно, ну я тебе скажу. Вот у меня, если зайти, я бы там сгорел просто, у меня там вообще не твой основной аккаунт, значит, мы нажимаем сверху здесь. Окей, у Глента есть еще аккаунты, как в Инстаграме, знаете, можно завести второй аккаунт и смотреть, короче, каких-то людей. Это второй аккаунт Глента. Нас интересует мой канал, видео. Нет. Как думаете, Гленту лучше лысым или вот с такой прической? Просто посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, танец, тикток, это что, кастинг в танцы? Это что вообще за ролик? Насчет прически, кстати, реально напишите, я вот думаю, мне оставлять волосы или назад туда, в лысую? Надо стричься на лысо, по-любому. Да, это тестовый аккаунт, все, тут только реклама, можешь закрывать смело вообще. Не, ну я еще промотаю, вообще ты меня торопишь. Хотел меня раньше времени слить. Пам-парам-пам. Ну, давайте просто последний открываем и смотрим. Привет, дорогой друг. Это... Блин, все, подожди, стоп, пожалуйста, остановись. Все, пожалуйста, давай выйдем, я хорошо, тебе мне стыдно. Нет. Может быть нет, но очень круто. Какой FIFA? Чемпионат мира, Владик, привет, да. Ну, даже как-то и не поменялся по лицу. Нормально. Как вы относитесь к заметкам? Я понял. Отлично. Не надо. Заметки. Не надо. Вау, 109 заметок. Давайте пройдемся по вот этим, по заглавным. Комп, поговорить насчет гелика. Там разговорчик есть один. Какой? Потом, ладно. Все потом. Ладно. Я надеюсь, я свой рэп удалил. Я там текст просто однажды писал. Я очень надеюсь, что я это удалил. Пожалуйста, пожалуйста. А это... Это что? Да. Почему у тебя мой паспорт? Влад, зачем вот эти вопросы, объясни мне? Ну, есть у меня твой паспорт в заметках. Ну, об этом мы попозже поговорим. Двигаемся дальше. А, ну самое вкусное, это, конечно же, Safari запросы. Я вообще не помню, что я там писал. Я вообще не помню. Как собрать много просмотров в ТикТоке? Ну, зачем гуглить? Ты ко мне, подойди. Уточни у меня, я ж в курсе. Как взломать пароль на Ютубе? Закрывай. Почему? Рассказывай, какой пароль хочешь взломать. А, я от старого канала пароль забыл и хотел вот открыть. Точно вспомнил. Предзаказ iPhone 13? Ну, я контакты ищу людей, которые могут раньше всех достать iPhone. Ну, то есть, короче, это такие рабочие моментики техноканала. Ну, ладно. А, сообщение, 8 непрочитанных у нас. Ирина, завтра позвони, это кто? Мама. А мама, это кто? Ирина. Всем интересно, сколько ты зарабатываешь? Так, ты как-то рассказывал, сколько ты заработал с ролика «Что в телефоне у Влада А4». Давайте проверим, насколько подросли цифры. Напомню, что было вот столько времени назад, а теперь стало 9610 баксов. Вот вы видите, насколько подзаработал этот ролик с прошлого периода. Так, давайте посмотрим, сколько Глент заработал с такого же ролика про Кобякова. Кобяков, с тебя Глент заработал 5575 долларов. Это фотошоп. Да нет же, вот. Все, вот настоящая никакая программа Ютуба. Это я для Кобякова. Кобяков, не верь, это неправда. Не знаю, Влад, мне кажется, ты можешь там, ну, типа, смоточку там. Не знаю, что вы говорите. Посмотрим о Сереге. Ну, 4620. В общем, Серега, ты тоже можешь как бы набрать Глентику, сказать, ну, там, типа, 100 баксов, 200, там, 300. А также маленькую статистику я посмотрю, сколько Глент заработал в этом месяце. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? И чуть не забыл, ребята, надо посмотреть, как же контакты у тебя подписаны. Мне очень интересно, как подписан я. Я нашел свой контакт. Бумажка не поднимай. Бумажка? Ну ты же у меня подписан, я знаю, кто мне звонит. Что тут не так? Копченый это кто? Копченый? Это Кобяков. Ребят, не могу представить, почему. Серега подписан обычно. Серега А4 решала. Но здесь еще подтянула контактик. Серега, бармен, кинолог, отдай собаку. Я не знаю. Я уже просто вообще ничему не удивляюсь. Сколько денег на счету? Надо да, посмотреть. Да куда ты вот все лезешь? Ну как будто ты не знал. Ну что ты начинаешь? 14 578 белорусских рублей. Это переводим в доллары. Вот сколько на карте. А, Инстаграм Директ. Давайте, может, посмотрим, что есть в запросах. Кто пишет Гленту. Открываем все запросы и открываем 3 случайных человека. Посмотрим, что подписчики отправляют Гленту. Так, смотрим. Помянул в истории. Подписчик на печеньке сделал 4. Клево. А вот.
А вот и хейтер. Такие тоже бывают. Мнение у всех есть. И поздравляю с 6 миллионами. Кстати, подписчики, а вот вы поздравили Глента с 6 миллионами в комментариях? Поздравляю, Глент, а? Человек старался. За год 6 миллионов. Не каждому дано, понимаете? Комментарий. Поздравляю, Глент, с 6 миллионами. И пожеланица. Так, а это что? Вилсаком приложение? Что здесь делать? Просто я слежу так вот. Конечно, конечно. Ну что ты там делаешь? Что, нет Google Chrome? Нет. Зачем на Google Chrome на айфоне? Ну, у меня как работает? Лайтовенькие запросики я делаю в Safari, что-то посерьезнее в Google Chrome. Нет. Хорошо, что ты не зашел в Google Chrome в прошлый раз. Не, ну если подписчики соберут 2 миллиона лайков, я же уже подрос. Ну да, там уже телефон там уже обновился. Все по-другому, фоток еще пару тысяч добавилось. Денег там... Короче, ребят, давайте так. Если мы собираем 2 миллиона лайков, мы снимаем ролик «Что в телефоне у Влада А4» во второй раз спустя год. 2 миллиона лайков — это много, согласен. Ну и видео получится интересно. Конечно же, Телеграм. Телеграм. Так, быстренько пробегаемся. Почему я не закреплен? Да. Не знаю. Я как обычно, когда ты мне пишешь, я сразу открываю и читаю. У меня нет такой возможности пропустить от тебя сообщение. Обложка. Да, это дизайнер, который делает мне обложки. Ты не сам делаешь обложки. Ладно, я пошутил. Это нормальная практика, конечно же, что профессиональный профессионал делает обложки для канала. Канал же профессиональный? Да. Ты должен быть профессиональным. Это же спойлер. Ну, как не спойлер. Пасхалка. Знаете, что на канале 4 сразу 2 дизайнера делают одновременно превьюхи. 2. И мы выбираем лучшую. Представляете? Не, ну когда 27 миллионов подписчиков, у тебя тоже так будет. Будет тоже 2 дизайнера. Да ладно, не ври. Да ладно. Телеграм — это работа, вот это уже труселя, понимаете? Но я могу смело заходить в диалог с собой, открывать чат, заходить в медиатеку. Короче, я так понимаю, ты будешь сейчас доставать какие-то личные фотки или видео? Я хочу мотнуть пальцем и вот попасть. Один раз, потому что, ребята, для меня это очень как бы типа... Не хочется. И для Глента это одна фотка. Листа. И июнь, май, апрель, март 2019. Март? Что это такое? Копал вот такую вот фотографию. Мне кажется, в интернете я в первый раз в жизни показываю вообще факи кому-то где-то. Но вот такая фотка есть. Блин, я не помню ситуацию, но мне кажется, это ты делаешь на Кобякова, потому что он опять что-то выдумал и напридумал. Я не знаю, что происходит. На тот момент клиент еще монтажил ролики на канале А4, и, наверное, он мне вот типа, смотри, какой кадр. Ну, давайте на такой ноте заканчивать это видео. Ребята, вы все слышали. Благодарим Глента за труд в этом году. Вообще-то, человечек попал в номинацию «Прорыв год». Первое место. Официально. За 2 миллиона лайков снова копаемся в моем телефоне. Поздравляем Глента с 6 миллионами. Подписываемся на канал А4. Обязательно, ребята. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4. Это мой канал. Да блин. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, меня зовут Глент и Влад А4. Увидимся еще на просторах сети. Пока.